Итак, отдохнул, как обещал, и решил продолжить наше чтение. Кто там у нас на заднем фоне? Их называют Brooklyn Duo, бруклинский дуэт. Фортепиано и виолончель. Прелесть. Я думаю, это прекрасная музыка, успокаивающая, приятная и дающая надежду на расцвет цивилизации, нам принесет одно удовольствие сегодня. Итак, продолжаем. Что сегодня? 6 число, 8:27 вечера в Нью-Йорке. Читаю в оригинале интервью Лоренса Арабского, Lawrence of Arabia на английском, которое было сделано американцем Стивеном Линкольном, Стефен Линкольн, в 1919 году. Это интервью касается армян, где всезнайка набрался, я бы сказал бы, ну, наглость – это, наверное, не совсем то слово, но абсурдной уверенности обсуждать нас, армян. Я, например, вот армянин, я не буду обсуждать англичан, французов, немцев, азербайджанцев, турков. Я не буду людей обсуждать. Почему? Ну, потому что я не специалист по этим людям, например. Я не знаю, кто они. И с такой уверенностью вообще что-то о ком-то говорить, это, я даже не знаю, слово «наглость» – это… Наглость – это грубое слово. Это просто сумасшествие, это безумие, понимаете? Еще делать человека, у которого вроде бы есть какого-то рода репутация солидного человека. Но насколько он был солидный человек и что он себя представлял? Говорят, Горбатова могила исправит. Где он сейчас? Вот именно. Итак, армяне, они невозможны. Да, ты так думаешь, что армяне невозможны? И что же ты дальше скажешь по поводу невозможности армян? Я хочу, чтобы вы внимательно слушали, армяне, ну и те, кто захочет присоединиться, о невозможных армянах. Я очень хочу знать, чем мы так невозможны. Потому что я знаю, я армянин, я знаю десятки армян, я не вижу ничего невозможного в этих людях. Люди как люди, ну, труженики. Но есть среди нас дегенераты, какой-то процент, как среди всех народов, невозможные. Вот его фотография здесь. Значит, Линкольн Стивенс. Я его буду называть Линкольн, чтобы легче было бы. И короче, описывает свое интервью с Лоренсом. Я не буду говорить Лоренс of Arabia, Лоренс арабийским. Лоренсом. The queerest I ever had in all my interviewing life. Ребят, ну сказал, а? Queer – это homosexual, это гомосек. Наиболее гомосексуальное, я которое в своей жизни когда-нибудь имел. То есть это ни в коем случае не имеет отношения к слову, к сексу. Это имеет отношение вот к этой вот… Это студень. Вот мы мужики, да? Мы мужики, да? Мы знаем, что это такое? Ребят, ну хорош. Вот его реакция. Это реакция мужика, понимаете? Без обид.
без обид. Не могу. А почему не сказать то, что есть? Возможно, человек, который помог нам создать государство Ирак, остается такой же мистический и неизвестный, как та информация, которая просачивается через о нем, о его политической активности, скажем так. Я проявил любознательность, когда я написал это. Он говорит о времени мирного соглашения в Париже 1919 года. И я хотел бы оставить это. Это пишет Стивенс. Это пишет Линкольн. Давайте Линкольн, я же сказал. Я, говорит, хотел бы это оставить тем другим, которые прочтут это и будут сами решать, что это. Или это вообще что-либо. Хорошо? Это американские дела, ребят. Это было мое интервью. Он был в своей комнате, в своем отеле. Но об этом попросил его я. И моя задача была узнать от этого имперского пионера что-нибудь насчет практической политики империи в Азии и на Ближнем Востоке. И мне казалось, что я направлял курс этого разговора. В результате, как я понял, что мне это только казалось. Потому что пришел шок, что у него тоже была цель в этом разговоре и этом интервью. Что его цель была нагрузить меня с большим количеством британской пропаганды. И вот мы приближаемся к тому, что нам нужно, ребята, по поводу американского мандата над армянами. For the American mandate over the Armenians. Это было то, что я нашел. Но среди многих других вещей я был очень удивлен и, в общем-то, в каком-то смысле унижен узнать, что I had chiefly reasons which appeared to me as self-determinist in theory. Но он рассуждает о том, как его восприятие этой ситуации, как это было связано лично с ним, и было связано теорией интервью, которая заканчивается вот чем. Почему мы, американцы, должны все время идти до полпути вокруг света, в данном случае для того, чтобы взять под контроль армян, а не только для того, чтобы просто-напросто защитить их от турков. Вы слышите, это сакраментальные слова Линкольна. Ребята, извините. Мои дела. Вот так. Вот что пишет Линкольн. Интересный человек, он знал нас. И еще раз, чтобы защитить армян от турков, тут он пишет греков, французов, итальянцев, британцев. И смотрите, какая фраза. И их самих. А что? Их самих неправильно? Посмотрите, что сейчас творится в Армении. Разве мы не нуждаемся в защите от самих себя? Посмотрите, что там делается. Пускай кто-то мне скажет, что я что-то не то сказал. Нам это надо? Это мы? То, что происходит в нашей Армении, это мы, армяне? Да? Это вот тот хачик, который просыпается утром. И корову ведет на поле, а потом пашет 12-14 часов в тот день, делая то, делая это. Это не мы.
И вот он об этом говорит, но он об этом говорит 100 лет назад, 1919. Он это видел? Да, это было то же самое, по всей видимости. И вот он рассказывает, а может быть, это в каком-то смысле защитить нас, американцев, от нас самих, а потом их. Вы обратили внимание, ребята, я, между прочим, я пробегался по этому всему, но я не читал досконально. Вы обратили внимание, как часто у меня появляется мысль сделать нам, а потом дать другим. Это похоже, да? Это вот тот тип индоарийского мышления, который сохранил сегодняшнюю цивилизацию. Сначала все взять в руки под контроль, создать, организовать, а потом распространять это вокруг. Беспроцентно, ребят. Соломончики без процента. Ужасная вещь, опасная вещь. Он сказал такую вещь, что армяне были последнее слово в человеческой невозможности. То есть, что эта фраза мне может сказать, будучи армянином? Что есть какой-то человек, который считает, что мы последнее слово в человеческой невозможности, да? А ты со мной сидел за столом, кушал, пил, я тебя кормил, я тебе налил коньяк, а? Я поцеловал твоих детей, твоя жена вышла из моего дома с цветами, да? Да, с цветами. Кто ты, чтобы это говорить? Что ты знаешь об этом народе? Хочешь, я тебе скажу, хочешь поговорить о ком, о нашем народе, поговори с азербайджанцами, которые жили в Баку рядом с нами, с теми старыми азербайджанцами. Поговорите с ним, с ними, о нашей невозможности. Ведь плачут, но боятся об этом сказать, правда? Потому что горе пришло на нашу землю, и им, и нам. То же самое в Турции было. Даже не сомневайтесь. Даже не сомневайтесь. Чего хорошего во всем этом нет? Это ужас всем. Значит, последнее слово в человеческой невозможности. Они, это он говорит, они как бы предположительно раса. С последним человеком в академических дебатах. Этот Линкольн, окажется, еще и финансист в прошлом. Так вот он говорит, как для финансиста, который потерпел крах, интересно, он говорит, что вот среди всех народов тот народ, который потерпел поражение наибольшее, представляет для нас невозможность сопротивляться восхищению. И я ему это сказал. Это он о нас. Отвечает: английский юмор – это не такой, как у нас. Он совсем противоположный. Американский юмор состоит частично из того, что я сказал. А британский юмор – это то, что они вообще не говорят. Похоже, что этот британец, он говорит о Лоренсе, ему очень понравилось то, что я ему сказал, и понравилось всем сердцем. Мне казалось, что он сейчас будет смеяться или что-то такое.
Ну, он... Ну, как это сказать такое слово на русском? Ну, на, вот так вот, да? И чтобы выглядеть, как будто он есть Британская империя. Напыщенным быть? Вот так. Да. Так, как будто он вот сейчас взорвется. Но он не взорвался. Он не смеялся. Он ничего не сказал. Он ничего не сказал. Все даже на одну минутку могло бы закрыть какую-нибудь часть юмора. Все, что он сказал после долгой паузы, было «Right-o». Правильно. «Right-o». Правильно. И после еще одной паузы, когда он уже пришел в себя и взял в руки, как представитель империи, он говорил серьезно, скорее, чем скучно. С его точки зрения, мы, американцы, это Линкольн рассказывает о себе, это общее предложение, были слишком большими идеалистами. И он думал об армянах, что армяне были очень практичные. Значит, ну он неправильно думал, армяне не очень практичные, это неправда. А армянские бизнесмены очень практичные. Но армянский народ – это не бизнесмены. Их маленький процент по сравнению с тем, что из себя представляет великий армянский народ. Армянский народ – это народ, это не бизнесмены. Да, бизнесмены у нас очень практические люди. Наши политики – они не практические. Вы же видите, что такое наши политики, а? Они же смех на весь мир, эти политики армянские. Это вообще такое позорище. Поэтому называть практическими нас, людьми прагматическими, я считаю, нельзя. Я, например, не случайно все время призываю в своих передачах о том, что, ребята, что я говорю, пора делом заняться. А что такое делом заняться? Я вам скажу. Я человек практический. Вот у меня душа, вот меня ребята там хвалят, ты добрый, у тебя бриллиантовые, то, все. Есть. Это часть меня. А вторая часть – практическая, прагматическая. И прагматика... Прагматика индоевропейца. Как насчет этого? Чтобы мягко звучать. Ладно? Чтобы это не чувствовалось бы ничем, кроме того, что я сказал. Но ужасная прагматика. И вот от этого я никуда себя не могу деть. И я считаю, что нам пора стать прагматиками. Хватит. Хватит уже. Хватит быть добряшками. Итак, а прагматизм, между прочим, в первую очередь, это ваш интеллект, ваша способность анализировать, контактировать с другими людьми, спрашивать совета и не думать, что вы пуп земли. Никто не пуп земли. Даже Эрдоган не пуп земли. Ой-ой-ой-ой. И вот тут идет такая сложная фраза. Сложная фраза. И опять это попадает... Вот этого я не читал до этого, ребят. Но это попадает по то, что я говорю очень часто. Ребят, ну, я не читал вот этого. И вот смотрите, что написано. Мы исправляем их, а они исправляют нас. Мы являемся лечением для них, а они являются лечением для нас. Оба страшно потерянных случая, особенно для армян. Я тоже так считаю. Мы не можем себя рассматривать в изоляции от всего мира. Вот я очень часто говорю такую фразу, чисто с геополитической, чисто с цивилизованной позиции, цивилизованной позиции, о том, что русские нужны армянам, да.
А нужны ли армяне русским? Скорее всего, еще больше, чем русские нужны армянам. Это кажется абсурдом. Ну, не судите меня, есть люди поумнее меня. Он 100 лет назад интервью делает, говорит о таких вещах, как американцы и армяне нужны друг другу. А это же, в общем-то, фигуральный спич, правильно? Ребят, но какие умные тенденции? И вот пишет он такую вещь. У меня было такое ощущение, что он, Лоренс, имел какую-то симпатию, которую не выражал и не мог выразить. Или, дайте мне сказать, он имел знания или опыт об армянах, которые дали ему, и вот тут фраза потрясающая, human understanding, человеческое понимание. И вот понимаете, почему я обращаю внимание на эту фразу «человеческое понимание»? Потому что дальше идут слова «для турков». То есть у него есть слова «человеческое понимание», потом как бы пауза «for the Turks», «для турков». И всех других соседей армян. И вот следующая жуткая фраза. Who are forever trying to kill off this orphan race. Кошмар. Который без конца старается уничтожить эту осиротевшую расу. Осиротевшую расу. Видите, как сложно, да, ребята? Это казалось, что он думал, что это единственная вещь, которую надо сделать армянам. Вот теперь спрашивается. Я вот армянин, я живу в Соединенных Штатах. Но натворили турки, курды, сейчас азербайджанцы и прочее, натворили дело у нас. Могу ли я? Натворили такого, ну, простить нельзя. Но могу ли я себе сказать вот эту фразу? Что надо их всех уничтожить. Ну, как это приходит в голову или на язык? Как это вообще можно сказать? Кем надо для этого быть? Человек не может предполагать подобного рода акции. Дьявол – да, демон – да, ненормальный – ну, наверное. Но тут же все сложно. То есть у него, у этого подонка, у этого черта было понимание, почему окружающие народы хотели бы нас полностью уничтожить, но у них ничего не получается. Понимание? Это можно понять? Ну ничего себе у тебя дегенерат, ход мыслей. Значит, ты можешь понять изничтожение целой расы? А я вот тебе скажу, что ни азербайджанцы, ни турки в масти своей и прочей подобных мыслей в голове не имеют, если они только не ненормальные. Если они меня сейчас слышат, они со мной согласятся. Но нет таких глупых мыслей в голове. Вообще у людей, у среднего человека нет таких мыслей в голове, понимаете? Он об этом не думает. Вы понимаете, с чем мы имеем дело? С каким подонком мы имеем дело? Он этого не сказал. Вы можете обратить внимание, что я очень осторожен в том, что я говорю. Дело в том, что его метод был ничего не сказать самому, но заставить меня говорить вещи за него. –
Таким образом, умный дьявол. А Линкольн понял, что он хочет его использовать, чтобы Линкольн это все сказал, то, что он предполагает. Умный дьявол. А если это вскроется, тогда бы он сказал, он никогда подобных вещей не говорил и не думал. Но вот Линкольн-то вскрывает его поганую суть. На кону стоит... Вы помните Гитлера? Надо там убить всех славян, цыган, гомосеков, евреев. Вы помните вообще подобные идеи? Вы знаете, как весь мир к этому относится в целом? Это же ужас, правда? Вот только индоариям жить, а остальные пускай... Это что-то... Как можно? Весь мир, вы согласны? Весь мир ополчился на него за подобные отношения. Евреи говорят, он не бывал евреем. Но-но-но. Он убивал всех. В этом трагедия всех убивал. Евреи говорят, убили 6 миллионов евреев. Слушайте, как говорится, если это так, значит это так. Если люди говорят, смеют такие цифры называть. Но мы точно знаем, что там грохнули около чуть ли не 12-15 миллионов этих ничем не виновных русских людей. 6 миллионов поляков. 6 миллионов ничем не виновных белорусов. Сколько миллионов украин? Ребята, 300 тысяч армян, которые, по идее, не должны были против него воевать. Он против нас не шел, он нас не трогал. Но мы не могли видеть этот кошмар. Нельзя так относиться к нему. О, пожалуйста. Lawrence of Arabia, да? Ах ты, подонок ты. Чтоб ты перевернулся, где ты там лежишь, своими мыслями об изничтожении расы. А кто ты по нации? Вы знаете, кто он по нации. Только у подобных ублюдков с этим генетическим происхождением могут рождаться такие страшные мысли в голове. Потому что, по всей видимости, там просто отсутствует понимание, что вот за этим еще что-то стоит. А сверхлюдей нет. Сверхлюдей нет. Где наш сверхчеловек этот? Сталин, Гитлер. Где эти сверхлюди? Вот там, 2 метра внизу. И вот говорит Линкольн, он так и не сказал, что надо убить всех армян. Он только дал мне идею в то время, что это было бы окончательным решением армянской проблемы. И поэтому он хотел, чтобы мы, американцы, занялись бы этим. Вы представляете себе, о чем идет речь или нет? Чтобы американцы занялись бы тем, чтобы изничтожить, вообще уничтожить армян. Слушайте дальше. Он чувствовал, или он сделал так, чтобы я стал чувствовать, что турки, внимание, не должны это делать. Мы знаем, что проклятые турки убили всех армян. Ребят, посмотрите, что делается за кулисами. Причем тут турки сейчас? Он считал, что туркам этого делать не надо давать. Вот так. Ребят, слушайте эту программу. Эта программа должна взорвать интернет. Потому что это ужасно. Понимаете? Это ужасно. Все, что мы знаем, это ложь. Посмотрите на этого ублюдка. Что он говорит? Американцы должны это сделать, уничтожить армян. Туркам эту работу доверять нельзя. Да? Вот, вот, ребят, я не выдумываю. Извините, нервничаю.
Как он квалифицирует турков? Он говорит простую вещь. Они были чересчур жестоки и готовы это сделать. И они не были христианами. Тут же он рассматривает греков. Греки могли бы подойти для этой роли. Вы представляете, что он вообще говорит про греков? Что он о них знает, этот идиот? Они могли бы вроде бы подойти, но они были неэффективны. Греки никогда ничего не заканчивают. А когда их удовольствие в убиении армян будет удовлетворено, они остановятся. Ну, про греков говорим. Вообще, с кем ведет разговор Линкольн? Кто это? Ребята, у вас открываются глаза вообще на то, что вокруг творится? Вот он, представитель ада, вылез и говорит вам то, что большинство из нас никогда не знали и не слышали. И та же самая картина со всеми другими старыми расами. Эти старые расы так и не закончили свою работу по уничтожению армян. Даже тогда, когда они все вместе пошли на эту работу, так сказать, они все равно оставляли двоих тут, двоих там, Адама и Еву. И в тот момент, когда они отворачивались, он про врагов говорит, армян, исторических. Армяне плодились, что в следующий раз, когда мы посещали Армению, там опять были армяне? Как бы до этого? Обалдеть! Миллионы этих людей, замечательных, занятых ежедневным бизнесом, а ночью, секретно размножаясь. Ребят, что я в прошлой программе говорил? Нам не надо ничего, нам надо детей иметь по всему миру. Нам не надо жить в Армении специфически. Нам надо укреплять Армению своими средствами, надо купить в Армении все. Быть хозяином в Армении, быть гражданином Америки, Франции, Англии, Германии, всего мира. Иметь все, что в Армении есть, купить заводы, фабрики, держать это под контролем, давать возможность армянскому народу жить благополучно, укреплять армию, укреплять границы, укреплять хорошие отношения с турками, с иранцами, с азербайджанцами, с русскими, с грузинами. Вы мне хотите сказать, что если масса людей будет думать так, как я, армян, мы не добьемся успеха? Вы хотите мне сказать, что мы не сумеем уговорить турок, азербайджанцев, грузин, иранцев жить с нами в мире? Да глупости это! Все хотят мира и все хотят бабки. Да или нет? О, идеалистические идеи строительства нового. Туран! Какой Туран? Уже Туран строили коммунисты. Уже был Чингисхан с Тураном. Засуньте себе в заднее место ваши глупости, созданные там, на Ближнем Востоке. Никому эта трескотня не нужна. Вы знаете, что нужно. Кусок хлеба на столе. Мир и покой. Бабушка с армянского села, которая придет и будет за азербайджанскими детьми смотреть и баюкать и класть и спать. А что, так не было? А что, азербайджанские бабушки в армянские семьи не приходили смотреть за детьми? Да проснитесь вы, сумасшедшие все. Посмотрите, во что нас превратили. И вот рассказывает Линкольн, и сейчас будем останавливаться. Он распространил на меня, сколько смог, свои мальтузианские идеи отчаяния
И такой страх перед армянами, что мне казалось, что я вот-вот проглочу всю эту схему, которую мне предложил. Это касается американского армянского мандата. И вот в этот момент мой американский юмор дал мне паузу. На этом я хотел бы пока остановить это, потому что, ребята, огромная информация. Слушайте, конца нет по поводу этого интервью. И не хочу вас перегружать. Я не хочу, чтобы это было бы, как вам сказать, ребят, надоедливо и так далее. Тяжело это слушать. Если начинаешь это анализировать, от этого начинаешь сходить с ума. Вы не согласны? Это же тяжело переварить. Вы знаете что? Под конец я вам бы хотел дать послушать. Вы помните, я вам рассказывал... в каком-то смысле трагическом символе ирландцев, англичан и, я бы сказал, армян. Черные птицы, blackbird. Я не знаю происхождения, ребята. Я не знаю, откуда это идет. Но мистика этого дела, идея постоянного изменения, идея секретности, идея того, что вот эта черная птица, которая вроде бы у нее и сломаны крылья, у нее выпали глаза, и тем не менее она в состоянии летать и видеть, и защищать то, что ей положено защищать. Вот этот знаменитый дуэт, видимо, они муж и жена, молодцы они, ребята. Blackbird, черная птица, Beatles, значит, виолончели и пианино, которое представляет нам дуэт из Бруклина. Ребят, делюсь. Хочу вам прочесть оригинальные слова этой песни, которые пели Beatles. Перевести. Черная птица поет в глубине ночи. Эта черная птица берет свои сломанные крылья и все равно хочет летать. Это кто? Это армяне? Всю свою жизнь. И вы знаете, что вы все только ждали этого момента, когда черная птица со сломанными крыльями все-таки начнет летать. Черная птица поет в середине ночи. Черная птица берет свои запавшие глаза, которые не видит. Черная птица хочет видеть всю свою жизнь. И вы все только ждали этого момента, чтобы черная птица была свободна. Лети, черная птица, лети. Лети в свет черной темной ночи. Лети, черная птица, лети в свет черной темной ночи. Поет черная птица в середине ночи. Поет черная птица в середине ночи. Вот слова blackbird fly, ребята, вы себе даже не представляете, как я рад, что я сумел сегодня сделать этот кусочек и дать вам лирику знаменитой песни Blackbird. У меня ощущение, что это о нас. Крылья разбиты, глаза запали. Мы расправляем крылья, мы открываем глаза
и мы летим в это небо. You're only waiting for this moment to arrive. Вот так, ребят. Вот такая красота. Вот такие дела. И вот вы мне скажите, как же так интересно, что фольклор древних друидов так переплетается с нашим армянским восприятием действительности. И простые, вроде бы примитивные слова о какой-то черной птице становятся такими магическими, такими глубокими, такими содержательными. Вот. Я рад, что я сумел закончить вот лирикой с Blackbird. И, значит, до встречи опять. Выходит, с этим Лоренсом, так мы с вами не разойдемся за одну передачу. Но это ужасно то, что вы слышали, согласны? И это правда. А мы говорим, турки там, азербайджанцы там, Эрдоган там. Вот чудеса, вот кудесники, что творят. Мы только 100 лет назад, ребят. 100 лет. Ну, знаешь что, дружочек, ты там лежишь, вот где ты лежишь, имей в виду, мы до сих пор здесь. А то, что ты нам говоришь о том, что ты поворачиваешься спиной, мы размножаемся. Будем. Хочешь? Будем. 200 миллионов нас будет. Что нам сделаете? Ничего вы не сумеете сделать. И ведь все, что нужно, я еще раз говорю. Хватит уже. Ну, хватит. Пашинян так, этот. Хватит. Размножаемся, ребят. Давайте. Счастливо.